Давайте помолимся со зрителями, зрители всего мира. Скажите своему соседу, что за Богу я служу? Когда я взываю к Нему, Он отвечает мне. Что за Богу я служу? Аллилуйя! Прямо сейчас откройте свои уста и начните устранять любое сопротивление, Его воле. Молитесь. Устраняйте любое сопротивление. Любое сопротивление во имя Иисуса. Начните устранять. Устраняйте. 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 Любое сопротивление вашему благословению, освобождению, любому исцелению, прорыву, устраняйте, устраняйте во имя Иисуса Христа. Я решил следовать за Иисусом. Я решил следовать за Иисусом. Обратного пути нет. Примите свое освобождение во имя Иисуса. Примите свое освобождение во имя Иисуса. Примите свое освобождение во имя Иисуса. Я вижу, как Божье освобождение касается вас. Я вижу, как Божье освобождение касается вашей карьеры. Я вижу, как Божье освобождение касается вашего здоровья. Я вижу, как Божье освобождение касается вашего бизнеса, работы. Я вижу, как Божье освобождение касается вашей семьи. Я вижу, как Божье освобождение касается вас. Какая бы цепь ни связывала вас с сатаной, будьте отсоединены во имя Иисуса. Цепь нищеты, цепь лишений, цепь неудач. Будьте отсоединены во имя Иисуса. Цепь болезни, недугов у вас в крови. Цепь болезни печени, почках, костях, сухожилия. Будьте отсоединены во имя Иисуса. Будьте отсоединены во имя Иисуса Христа. Я вижу, как Божье исцеление касается вас. Примите Божье исцеление вашей кости, сухожилия, кровь, почки, печень. Примите. Зрители всего мира, начинайте получать. Если вы на одре болезни, получите Божье исцеление. Примите Божье исцеление. Правая рука Бога – это сила. Примите. Кровь Иисуса освобождает кровь Иисуса меня от скорби и греха. Кровь Иисуса
освобождает меня. Кровь Иисуса освобождает меня от греха и от скорби. Кровь Иисуса освобождает меня. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. Прорыв! Прогрессо! In the name of Jesus. Во имя Иисуса! Иисус говорит, когда вы свободны, кто может сказать «нет»? Иисус говорит, что вы исцелены, кто может сказать «нет»? Когда Иисус говорит, вы освобождены, кто может сказать «нет»? Благодарите Его за то, что Он послал Свое Слово, чтобы исцелить, освободить и спасти. Благодарите Бога, что Он послал Свое Слово, чтобы исцелить, спасти и освободить. Благодарите Его. Откройте свои уста. Благодарите Бога за то, что Он послал Свое Слово, чтобы исцелить нас, благословить. Благодарите Его. Благодарите Его. Вы видите, что я вижу? Я вижу хорошее здоровье. Я вижу прорыв в вашей карьере и работе. Я вижу благословение для вашего бизнеса. Я вижу мир и единство для вашей семьи. Я вижу мир и единство среди вас. Я вижу прорыв в вашей карьере. Прорыв. Я вижу мир и единство в семье. Я вижу благословение для вашей работы и бизнеса. Я вижу хорошее здоровье. Обращаюсь ли я к вам? Аллилуйя! Это то, что вам нужно для вашего спасения. Вам нужно все это. Когда вы получаете спасение, все это следует за ним. Мир и единство между семьями. Прорыв для вашей карьеры. Благословение для вашего бизнеса, работы. Хорошее здоровье. Я радуюсь с вами.